Вот он. Изи, да. О, Пушкин. Александр Сергеевич, что будем покупать? Я не знаю, давайте. Лукоморье. Машина, блин! Заводи! Куда? Ща, ключи найду, мужики, сек. А вот кнопка. Олег? Богдан! Ты нажал катапульту. Нам бы тачку, кстати, починить, что думаешь? А то так сейчас в поворот зайдем, все аптечки, все высыпется нахуй. Ремки есть у тебя? У меня нету. На, нахуй. Слава богу, была. А как, ну ладно, похуй, принимай это вызов. Ай, о, не зря, не за... Смотри, ты как в воду прям влезешь. Я сейчас бы все бы посыпалось хуй собачьим, по кустам бы по траве искали. По порядочку, значит, металлоискатель... Чист, молодец. Ой. Это зубы были. Что с тобой? Что? Туалет хочешь? Что такое? Ну что такое? Обосрался. Я побуду тут с тобой. Все нормально, я никому не расскажу. Совещание, мужик, ты не вовремя. Ты очень... Дверь, да как дверь? Да фу, блядь, я хочу. Ну и где все? Долбится. Чел с фонариком. Так вот как выглядит, закатай в бетон. Твою мать, сука, сука, сука. Ну что теперь он хочет? Клифф, сходи посмотри, что у него стряслось. Просто увидел цены в нашем заведении, чё. Что ты здесь разорался? Я хочу выпить что-нибудь подешевле. Подешевле у нас рисунок выпивки, пожалуйста. Еще одна теория, то что у героя пиздец тупая рожа в ремейке. Зря я делюкс издание, что ли, покупал. О, совсем другое дело. Русской озвучки нет, поэтому я сделал профессиональную. Простите. Простите, я просто копал, я не... Нормально, нормально, все мы иногда копаем, да. Я Квадробер. Кто? Сейчас придут. Я промахнулся! Я промахнулся! Подождите, пожалуйста, у меня перезаряжается. 17%, 20%. Он ушел. Стой, стой, стой! Не надо, не надо, не надо! Жди, 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 жди! Жди, жди! Дождался! Пулю, блядь! Поднимай. Пусть-ка в машину. На счет 3, 2, 3. Гоу! Оу, щит! What the fuck? Давай поменяемся. Сейчас отец покажет, как нужно ездить. Пешком дойду. Ты лжешь, сука. Бро, чувак, я тебе никогда не вру. Бро. Я не хочу жить с таким братом. Таким честным братом. Пока. Действительно. Бля. Страшно, очень страшно. Да, так в него надо переодеться. Или он тоже в очках, сука? Не-не-не, это его собственный уже. Да. Толкнуть, уничтожить. Принять позу фантика. Мессия, могу ли вас попросить очечки? Ты глянь, он убегает, очка! Четвертый, ты гений? Гений? Я гений. Гений? Гений. Гений, правильно? Все верно. А чем докажешь, что это он? И я в доту играю. О боже мой, это все объясняет! Охренеть! I'm sorry.
твой ящик, разраб! Вот, во, блядь, обожаю тебя. Лучший, блядь, обожаю. Давай еще один пустой. Два пустых ящика подряд, бля. Ребят, честно, вот очень хочу, чтобы у разработчика в этот момент, когда он встает ночью что-нибудь сожрать, открывал холодильник, у него три холодильника стоит, он открывает один, он, блядь, пустой, он открывает второй, он, блядь, пустой, третий открывает, и он тоже, сука, пустой! Ну, блядь, сука, у тебя нет прицепа, тебе не тяжело ехать, просто на газ нажми, блядь! Это точно Квин скинул? 100%, я вообще могу молчать, потому что мы все будем говорить, что скидываем Квен. Он говорит, что ты лжешь, я смотрю на вебки ваши, мне нравится. Опа, скинул на самом деле. Терма... А, сейчас ты будешь стрелять. Да, это... и теперь это... русская рулетка, брат, теперь один из патронов только боевой. Не, я фартовый. Ну не первый, не первый, я уверен, что не первый. А клёнка есть, блядь? Сука, ёбать, сыр, блядь. Боже, первый, потом... Каким бы классом я ни играла, в душе я всегда инженер. Поэтому все, что касается бомб и мин, моя стихия. Пусть хоть 5 инженеров выложат в минное поле, ничто не помешает мне раздефать бомбу. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Я топ-тиммейт. И за 110 баксов геймплей Star Wars Outlaws действительно инновационный. Убей там, например, 5 врагов в ближнем бою и прокачаешь красноречие. Способность болтать еще не признак интеллекта. А, тут это... стекло. Блядь, где стекло? Да вот я сейчас пароль введу. Да, блядь. Где стекло, сука, где стекло? Да вот я убрал. Да, подскажи мне это ебать. Тихо, 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 тут брат. Блин, он обманул меня, сказал, выживет. Вот, на этой крыше, короче, клиент у нас там. А как он там? Я не знаю, надо как-то так вот, налево дай, налево дай. Блять, какой ты гал***н, дядя. Ты долбан, блять, что ли, нахуй? Как тебе повезло с нами, блять. Как мы выезжать будем отсюда, нахуй, слышишь, блять? Подними ты уже. Да пошел ты нахуй, блядь, слышишь, блядь, ты че, нахуй, в каком месте-то умер, блядь. Ух ты, это че, у вас гвозди, что ли? А ну-ка, нифига себе. Че это? Че за гвозди? Ой, шарик выпал. Погоди-ка. У вас тут степлером поработали. Может, еще и на носок? Ты че? В канцелярский упал, что ли? Слышь! А? Блядь, который бедного подожди, он выбился. Страшный! А, все, это босс, бля, это... С кем связался? Блядь, ты сильно плох, я ебу, все, пизда. Ага. Так, я пока буду собирать рябину. Короче, я сейчас сделаю, блядь, из этой рябины рябиновый сок. Он протухнет, нахуй, пока я его хожу, бью. Ему дам попить, он обосрется, я выиграю. Добро пожаловать! Осталось придумать крутое имя и выбрать подходящую аватарку. Какое ты мне имя посоветуешь, Вань, для игры в стендоффинг, м? Слушай, сейчас я подумаю. Danger X1000+. Вот такой у тебя, в принципе, никнейм будет, это я придумал. Не, слушай, выглядит эпично. А у тебя какой никнейм сейчас? А у меня просто Иван Золо 2004. Ну, понял. Я один урод, да, буду в пати. Ну, хорошо, захожу. Видел? Идем в туза. Ну, хоть до дома. Успел добежать. Вот он, ля, не настоящий ты. Дюк, типсик, гупсик, апсик. А кто? Иди, мужик. А может, он хороший? Может, и хороший. Ну, он машет, я его спасу. Ты думаешь, он застрял? Ну да, лянь, нормальный чел. Долбоёб. Поставлю второй раз его. Помогаю. Он истекает кровью. Мужчина, пойдемте с нами. О, блядь. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь.
Это не бомжатник, а ипотека под 23% уважения, бля, проявите. Вообще, я бы не рискнул, но раз уж ради сюжета, там либо квестовый предмет, либо хуй. К счастью, это квестовый предмет. Ха, слушай, можно к бомбе прикрепить? Он будет испытывать явно перегрузки, поехали. Ну-ка, как она выглядит? Да не вижу. Ну, видел каплю, ну где? Ну надо же было так повесить. Да крути ее. Я пошел на работу. Я работаю. Я увольняюсь. А как работать? Типичные ютуберы. Он работает. Ой, кто-то на совещание не успевает. Я извиняюсь, важный документ распечатал. Это мои лучшие годы жизни, козел. Слышишь ты, блядь, Вася? Ты обещал, что мы будем, у нас будет вообще все. Ты сейчас полетишь далеко и надолго. Админ, блин, правда. Все ж в порядке, ты чего? Символично? У меня замедленного действия. Я взорвался. Батя пьяный домой пришел, блядь. Тихо! Сейчас на рандом кого-нибудь уволим, все сели на... Если шеф решил, значит так надо, все работать, блядь! Ой, не зря ты мой ассистент отогнал всех нам. Решение шефа не обжалуется, блядь! Шеф, папа, мама, сука, и, блядь, бог на... Если бы я со стула не подпрыгнул, я бы не допрыгнул. Здорово, портовые штуки. Дожди его нахуй. Это кто там сказал? Мне кажется, нам пизда. Прокладывает Ван Рей, эвакуированные гражданские были уничтожены Фаустом. Вот он, слышь, он выжил, Серега выжил. Они выжили, видите, это пошло им только на пользу. Давайте еще раз их убьем. Пошел нахуй, долбопим. Хотите, расскажу историю про этот X-Wise? Короче, это Софтина? Сейчас, уебище, успокоиться. Это Софтина? Это Софтина? Это Со... Это... Это что, шутка какая-то? Это Соф... Это как возможно вообще? Пошел он нахуй, короче. Я молча буду играть. You don't wanna see me mad. I'll be coming with that payback. You don't wanna taste that. Don't wanna see me on attack. Trust me, you don't wanna face that. Adrenaline, I crave that. Yeah, you know I'm nasty. I'm about to be a savage. When I want it, better have it. Nothing's getting past me. About to take this to the mat, and you'll be wishing you could take it back, yeah. Like an assassin, I'm praying. I gotta act on a craving. I'm coming after, I'm chasing. I'm gonna capture, erasing. Yeah, those who cross me, you'll be crossed off, cause I'm plotting. About to pop off, you can't stop me. Winning is exhausting, but I don't plan on stopping. As long as they keep talking, I got these bodies dropping. As long as they keep walking, I'll keep making deposits. Find out they can't stop it, cause they'll learn that I'm a prophet. Yo, I'm seeing all red. Got my vision blurry from the anger in my head. I'll never be second best. They gon' learn today what it feels to regret. You can't stop me now. The demon's tearing out. Hold it, come and say it now. Cause I'm seeing all red. Can you feel that? That's pain coming out, man.
vision blurry from the anger in my head.